Мы пригнали с Пиви сюда, в Гарлем Найтс, примерно 10 миль от трэп-хаты Пиви. Доехали, наверное, минуты за три. Он разбил бутылек с прометазином прямо перед офицером. Думаю, не ошибусь, если скажу, что это его город. Noisy представляет. Атланта. Мы собираемся пересечься с Пиви Лонгвей. Снимем по-быстрому клип в Legendary Lobby. Ничего себе, какая охрана. Нас будут шмонать? Не, может, досмотрят ради приличия. Он живет здесь? Не. Это типа место сбора? Трэп-хата? Эй, смотри, это Legendary Lobby. Видишь оружие? Здесь люди работают. Мы решаем, кто может войти, а кто нет. Мы делаем музыку. Здесь наша семья. С нами ниггеры-миллионеры. Мэтро Бумин, это продюсер на миллион, и он с нами. Мы люди серьезные. Я за всем слежу. Пиви Лонгвей известен по совмескам с Янг Тагом, но в своем городе он невероятный человек. И не зря он назвался Пиви, его рост примерно как у меня. Он выпустил микстейп The Blue M&M, который, думаю, написан про него самого, и там много интересного. Например, Game & How High, в котором Пиви описывает дневной рацион. Я начинаю свое утро с трех разных наркотиков — Молли, Гэс и Лин. Гэс — это мощная трава типа OG Kush. Такой он принимает коктейль вместо кофе, что обычно пью я. В общем, мы ждем, пока Пиви появится на трэп-хате. Я тусуюсь на кухне, здесь попрохладнее. Еще есть дырка от пули в посудомойке. Да, в нормальном месте я встал. Но хотя бы Пиви скоро подъедет. И начнем съемки. Это как так получилось? Кто-то разозлился на посудомойку? Сколько тут в магазине? 31 в патронике. Расширенная обойма? Да, нормально удлинили. Так, похоже, я разобрался, судя по наблюдениям за высотой штанов и за хранением оружия, почему на посудомойке пулевое отверстие. Пока мы ждали Пиви, подъехал его линовый дилер для продажи бутылки. Официальному покупателю лина для Пиви. Где пойло? Кто бы это ни был, но, похоже, в качестве он сомневается. Почему бутылка красная? Посмотри. Мужик даже не будет это пить. Йо, он барыга, и у него есть лин. У этого нигера чистейший лин, чувак. Серьезно, бро, нига думает, что нигер хочет его кинуть, бро. Не, это то, что надо. Он показался 6 часов спустя, когда мы собирались отменять ночную съемку. И он переживал из-за лина. Где мой лин, приятель? Куда пропал мой линовый друг? Он какой-то неправильный. Что это? Это не Октавис? Пиви сказал, что мы все едем в клуб, где он должен выступать. 4 утра, кстати. Мы едем устроить шторм в Гарлем Найтс. Там выступит Пиви. Давай едь вперед. Вперед проезжай. Они угорают. Думают, останутся в этом дворике. Смотри, чувак-регулировщик. Похоже на очень замедленную игру в Тетрис задом наперед. Здесь тебе не парковка, чувак. Не, всем нужно выехать. Эй, вы с нами едете? Да, куда направимся? Мы собираемся в Гарлем Найтс. Можно к вам в машину? Да. Оператора можешь вперед посадить. Быстренько микрофон на тебя повесим? Давай. Я опаздываю на свое выступление.
Как дела, Томми Мэн? Расскажи о себе, гангстер. Расскажи мне. Меня зовут Томас. Я из Нью-Йорка. Мне понравился твой дом, твоя трэп-хата, блат-хата. Твой офис. Ну да, офис. А куда мы направляемся? В центр города, ёпта. Кстати, бро, они на радио говорят, что ты с Истсайда. Кто говорит, что из Востока? Они так говорят. Он тащит за собой весь Истсайд. Сразу скажу на камеру, это полная чушь, мужик. Лонгвей не из сраного Востока, мужик. Здесь зона 3. Атланта, Джорджия. Вестсайд, Нигер Бэнк, Мазафак Бэнк. Мы приехали из Пиви сюда, в Гарлем Найтс. Примерно 10 миль от трэп-хаты Пиви. Доехали, наверное, минуты за 3. Он разбил бутылек с прометазином прямо перед офицером. Думаю, не ошибусь, если скажу, что это его город. OG Kush Peavy оказался таким, как и ожидалось от человека, написавшего Sneakin' and Geekin'. Мощнейшая трава в моей жизни, может, будут неприятности. Но остаток ночи я был беспросветно обдолбан. В один момент две девки стали тверкать передо мной. А я был настолько накурен и не знал, что надо делать. Даже не знаю, как описать это состояние. Просто стоял и... Хорошая публика. Идешь на сцену? Да, уже через минуту. Круто, круто. Кроме того, что безумная трава меня затянула в трясину первобытного страха белого мальчика и началась паранойя, Блант Пиви открыл передо мной радостный мультяшный мир, где нет проблем. Где ты можешь гнать свою тачку 160 км в час на красный, пролить бутылку наркоты копу на обувь, и все радуются, что ты приехал вовремя. Поймите правильно, это в жопу обдолбанная толпа. Но видя психоделическую природу рэп-сцены Атланты, смотря через накуренные линзы, я понял, что это настоящий черный Голливуд. Не из-за кучки богатых черных актеров и игроков с мячом, а из-за настоящей фабрики грез. Это город, в котором, чтобы стать рэп-звездой, нужен правильный бит в правильном стрип-клубе в правильную ночь, где под тягучим южным акцентом скрывается изнанка. Парни из гетто говорят о мраке и преступности, где сумасшедший карлик может визжать «я прямиком из грязи, обожающий его толпе», пока белого ботана обтирают две жопы, и коп на улице смывает прометазин с ботинок, потому что даже он в игре. Господи, как же я обдолбан. Это было дико. Невероятно. А у меня на обуви текила. Атланта.